Новосибирский аквапарк вновь открыли. Почти 3 недели из-за смены арендатора попасть в комплекс было нельзя. Что изменилось сегодня? О новых правилах посещения, действия или аннулировании ранее приобретенных билетов. Екатерина Новгородцева. Посетителей пока немного, но это, надеются новые арендаторы, ненадолго. Просто люди еще не знают, что аквапарк возобновил работу. Да и в целом не сезон. Денис и Александрина – первые, кто скатился по этим горкам за 2,5 недели. Про сам скандал не слышал, знал, что закрывали. Я вот как раз ждал открытия, я хотел уже сходить там 3 недели еще назад. Ждал, и вот вообще случайным образом увидел, что открыли по итогу там новый инстаграм какой-то и так далее. По репостам, потому что посмотрел ни в Дубальгисе, нигде не отображается, что типа работает. На страх и риск, короче, поехал, и вот одни в итоге купаемся. Информации о режиме работы пока действительно мало. Старые соцсети заблокированы по решению суда, так как они принадлежат предыдущему арендатору, а значит, работать не могут. Все приходится создавать с нуля. Пока тех, кто рискнул попытать счастье и попасть в аквапарк вслепую, немного. В основном это иногородние. Мы приехали к родителям в гости с Магадана. Да. Давно в Новосибирске находитесь? Месяц. Ну, собирались просто ехать детей, чтобы показать город вообще по развлекательным центрам. И тут нам говорят, что аквапарк закрыт. Конечно, все расстроились. Но ждали, и тут вот приехали, думали, не попадем. А вчера вот новость вышла, что аквапарк открыт, и все, собрали сумки, и быстрее сюда. Я из города Красноярска. Мы приезжали на конференцию, так как появилась возможность узнать, что аквапарк в Новосибирске самый большой считается. И вот решили тоже приехать сюда. Приехали с Иркутской области. От Иркутска километров еще 250. И вот приехали отдохнуть. Ну, приехали до этого, думали, еще будет открыто. А пока посмотрели, закрыто. Ну, по другим спа-комплексам путешествовали. А потом, когда уже узнали по радио, что открывается снова, вот, проверили и открыто. За время простоя в здании полностью обновили систему вентиляции. Ее ремонт начали еще в декабре. Сейчас климат в местных тропиках комфортнее, чем был раньше. Повышенная производительность и улучшенные показатели температурно-влажных режимов установок. Также была проведена экспертиза купола. Критичных отклонений от проекта не обнаружено, мелкие недочеты были устранены. Несмотря на изменения в жизни аквапарка, для посетителей все останется по-прежнему. Но стоит быть готовым к тому, что покупленным 3 недели назад билетом пройти уже не получится. Если будут приезжать посетители, например, с других городов, которые уже приобрели абонементы и билеты на посещение, то, конечно, эти ситуации будут рассматриваться в отдельном порядке, потому что очень тяжело решить такую ситуацию, находясь не в городе Новосибирске. Вот. Такие ситуации будут решаться в индивидуальном порядке. Максимально будем идти навстречу посетителям. Новосибирцам же придется решать вопрос самостоятельно. На пока еще существующем сайте прежнего арендатора можно найти информацию о возврате билетов. Новые же можно купить в кассах по прежним ценам. Сохранились не только правила, но и персонал. Со всеми работниками договор перезаключили. Екатерина Новгородцева, Тарас Тарасов, Новости ОТС.